Доброго всем дня! Готовим маффины с грушей. Сейчас сезон груш, поэтому нужно обязательно что-то с ними приготовить. Смотрите, какие красивые груши. Нам понадобится всего лишь одна. Нарезаем грушу очень тоненько, прямо с кожурой. Затем приготовим муку и разрыхлитель. Берем яйца, добавляем сахар и ванильный сахар. И растительное масло. Затем все это хорошенько перемешиваем, добавляем муку и добавляем еще немножко сметаны. Опять же хорошенько все это размешиваем. Тесто у нас получается вот такое вот нежное. Приготовили грушу, смазываем формочки растительным маслом, наполняем форму тестом. Не до самых краев. У меня формочки на 200 миллилитров. Выкладываем грушу и выпекаем. Все. Приятного аппетита. Подписывайтесь на канал. Всего доброго. Удачи вам и хорошего настроения.